Привет, дорогие зрители. Я сейчас нахожусь на террасе одного из люксовых проектов в районе Махмутлар. С огромной территорией. Есть вся инфраструктура. То есть она богатая. Теннисный корт, детская игровая площадка, генератор, открытая парковка, крытая парковка, огромный бассейн снаружи, еще вдобавок инфинити бассейн на террасе и крытый бассейн внизу. Тут есть также шезлонги. Не буду я много снимать. Люди купаются. Вот продается тут квартира 2 плюс 1 под ключ с видом на море. Глазами все тут видно вот так, дорогие зрители, вот так. Вся эта красота. Такое освещение красное по вечерам. Тут проект здесь светится. Проект был сдан год назад. Спустимся, покажу вам инфраструктуру. Горы глазами видны вот так, как вы сейчас видите. Расстояние до моря максимум 1500 метров. Есть трансфер до моря по расписанию. Там душевая кабинка. Лифт. Два лифта. Первый. Посмотрим, как он пройдет. Также отсюда вид на горы. Пускай это будет. Два больших лифта. Вместим 13 человек. Минус один — это крытая парковка. Давайте сразу туда спустимся. Тут инфраструктура внизу. Дальше крытая парковка. Бильярдная игровая зона. Есть детская комната игровая. Ресторанчик должен быть. Когда-то я снимал этот проект. Да, кондиционер работает. Я отсюда вам покажу бассейн. В жару не хочется выходить. Вот здесь бассейн большой. Там зона барбекю. Четыре зоны есть. Раз, два, три, четыре. Кондик включили, двери открыты, нормально. Найдем сейчас сауну. Видеонаблюдение, охрана 7 дней, 24 часа. Фитнес. Здесь крытый бассейн. Также можно напрямую спускаться на этот этаж. Сразу открытый бассейн. Тут открытая парковка. Для каждой машины отдельно есть места, где будет свободно, там можете останавливаться. В ту сторону продолжается открытая бассейн. Парковка. Сауна, где ты? Наверное, вот здесь и сауна. Тут санузлы. Угу. Ну, сауну кто-то украл. Надо будет найти. Сейчас найдем. Похудею еще на 500 грамм. Есть блок. Вот здесь сауна. Нашли мы сауну, спа-центр. Работает турецкий хамам, тепло здесь. Джакузи есть. Ну, это после того, как вы примете турецкой бани, массаж. Будете издавать такие звуки. Здесь кто-то уже парится. Тут сауна. Работает, да, видите, да, что свет горит. Ох, горячо, сейчас камера расправится.
Все функционирует, дорогие зрители. Айдат 100 евро ежемесячно. Пойдем дальше. Две душевые кабинки. Теперь лобби поднимемся. Я вам квартиру сейчас покажу. Тут вход в лобби. Ах, такая красота. Вы тоже крутитесь вместе со мной. Крутитесь, да? Все, головокружение. Точно купите сейчас квартиру. Бассейн здесь маленький, который не запустит. Там детская игровая площадка, теннисный корт. Здесь вход, также открытая парковка. Уже устал. Входим в квартиру. Такие красивые двери. Ну, уполномочена компания на эту квартиру. Итак, сразу показываю. Здесь встроенный шкаф. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Спальня. 95 квадратных метров. Вся полезная площадь. Видит море. Юго-западная сторона. Это первый балкон. Глазами видно все вот так. Термопакет окна, алюминиевые они. Тут первый санузел. Ламинат по всей квартире. Первая спальня. Кондиционер фирмы Vestel, инверторные. Тут 13 квадратных метров. 12,5-13. Полезная площадь. Видите, да, глазами отметьте своими. Так, второй санузел. 4,5 квадратных метра или 5. И у нас гостиная. И давай. Смотрит. Вот. На море. Когда-то здесь что-то построено, но вид по-любому не закроется. Море видно глазами вот так. Отсюда видно бассейн. Выставил вся бытовая техника. Все с доводчиками. Телевизор тоже фирмы Vestel. И здесь большой балкон. Ну, где-то 7-8 квадратных метров. Вот такой вид. Глазами все видно так. Также отсюда видны горы. Я не могу выйти, там грязно, пыль. Итак, цена, дорогие зрители, 180 тысяч евро. От 100 евро в месяц. Пишите, звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Как всегда, прическа. С вами была Гаси, ставим лайк. С вами была Гаси, ставим, пишем комментарий. С вами была Гаси, подписываемся на наш канал. С вами была Гаси, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем пока-пока от Агаси. Агаси, пока-пока.